Сегодня единый день безопасности дорожного движения. Госавтоинспекторы проводят рейды на аварийно-опасных участках и нерегулируемых переходах. Проследят как за пешеходами, так и за водителями. Также ГАИ напоминает об использовании световозвращающих элементов и специальных жилетов. Фликер, к примеру, снижает риск наезда на пешехода в 5-6 раз. За 8 месяцев в Беларуси в ДТП погибли 100 пешеходов, большая часть – темное время суток. Система образования изменится в ближайшие годы. Объединение централизованного тестирования выпускных экзаменов в школе – самая обсуждаемая тема. Единый госэкзамен будет введен в школах в 2023-м. Речь о совмещении испытаний по математике, русскому и белорусскому языкам. Это существенно снизит нагрузку на выпускников 11 классов. Студенты, которые получали платное образование, обретут статус молодого специалиста со всеми льготами. Гарантированное рабочее место, выплаты и решение жилищного вопроса. В Беларуси за четвертой волны COVID-19 больницы временно перепрофилируют под инфекционные стационары. Из 100 тысяч коек по всей стране треть уже отдана на борьбу с опасной болезнью. Их основная часть пока пустует. Медики напоминают, вакцинация остается одним из самых надежных вариантов защиты. Бороться с вирусом помогают не только врачи, но и будущие медики. Например, около 500 студентов БГМУ работают в учреждениях здравоохранения Минска. Традиционная ярмарка сельхозпродуктов в Бобруйске продолжает свою работу. Завтра, 25 сентября, вновь можно закупиться с 9 до 15 часов. Дальше – больше. В октябре можно будет приходить каждые выходные. Последний трудовой день – 7 ноября. Ряды размещены на проезжей части вдоль дома номер 41 по улице Максима Горького за горисполкомом. Продажи также саженцы деревьев и кустарников. Кроме того, торговля организована на рынках города. Адреса: Дзержинского, 4, Минская, 123, Карла Маркса, 49. Команда твоего города. Уже завтра Бобруйская Белшина проведет очередной матч в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу. Соперник – Новополоцкий Нафтан. Поединок примет зеленый газон стадиона «Спартак». Начало в 17:00. Цена билетов для взрослых – 2 рубля, детей – 1. Напомним, шинники идут на втором месте турнирной таблицы, нефтяники – шестые.